Салют, дружище. Такими словами встречает нас паблик Мирадина. И с одной стороны я, закатывая глаза, на этом его закрываю. Но если взглянуть шире, так сказать, под другим ракурсом, да нет, умная колонка, ведь до такого приветствия человек дотумкать мог бы едва ли. Будто с тобой беспечно и вкрадчиво разговаривает нейронная сеть, создающая панч от сердца к сердцу пацанчика. И волнами информация разливается, как по пластиковым стаканчикам. Но провален глобальный план Дания. Ты злободневный, ожидаемый, как дерьмо, тающее вместе с весенним асфальтом. Мирадин, выйди из тела, нагнись, посмотри, что ты наделал. Ты трешь за жизнь так, как будто ты родился в гусиной будке. Перенес трижды птичий гриб в детстве, и затем перелетел голышом континента в грузовом авиатеке, в контейнере с беженцами-неграми, которые научили делать рэп тебя. И по сей день заставляют его читать теперь. Мирадин, твой рэп неоперабелен, душный, как климат в Мексике, печальный, как речь дозвонившегося в анонимную линию поддержки. С тобой никто не хочет общаться, и меня просили передать тебе, что твою лицензию отозвало рэп-министерство. В общем, Мирадин, хоть стой, хоть падай, пока можешь, радуйся, не можешь, не радуйся. А то с какого ни посмотри ракурса, хочется развидеть мир снующих туда-сюда стиминаторов. Пора собирать донаты на постройку катапульты грели. Немногих тут стоило бы прикончить еще в колыбели. И мне не нужен припев, чтоб тебя тут отпеть. Чтоб тебя тут отпеть. Чтоб тебя тут отпеть. Качаются на турничках, его ступни уже внутри глиняного круга с выровненным песком. Думаете, это не по-мужски появляться в людном зале с широкой лентой на гениталиях? Но сумоист Виталий так не считает, его девиз жирей побеждая. Мечта помогла выбраться из нищеты и перестать питаться кошачьими консервами. И вы не читай ему. Скоро он соберет на макушке косичку нового ранга в рамках жанра. Его будни суровы и аскетичны, его образ жизни требует полной отдачи, гармонии духовного и физического. Твердо стоит на ногах, знает, где достать, чё и как достичь чего. Хорош с любого ракурса, всегда заметен на общих фото. Золотой слиток среди бутафории для сумотори. Излишнее проявление эмоций и пара секунд боя вовсе не о том, кто напротив. Для него это реальная схватка человека и бога. Внезапный уход в себя или в сумо — это достойный повод не сдать и потратить время с умом. Внезапный уход в себя или в сумо — это достойный повод не сдать и потратить время с умом. Застывшие капли крови льда всю лобовуху затянули. Не помню, как стрессы, как-то так слетела жизнь, перевернулась система, не в норме. Перелом, снова сбой в программе. И доктор качает головой, походу больше не встанет. Открываю за глаза, появляется пульс. Чувствую тело, но лежу, не шевелюсь. Говорят, ну может быть еще сойдет на пару раз. И я верю в чудо, Бог взял, Бог даст. Так и есть, собирает вновь по кускам. Вытаскивают все осколки из виска. Не помню ничего, что было до факт. Такое ощущение, будто сотни лет спал. Говорят, какие-то проблемы с памятью, и что-то там во мне им удалить не удается. Пусто в голове, и сказать хотя бы слово для меня сейчас, как будто дотянуться до солнца. Я дело, я овощ. Что такое? Почему меня снимают? Где мама? Где папа? Это здесь. И почему я весь замер? Меня трое ставят на ноги, не говоря ни слова, снова куда-то ведут. Моя тачка тоже тут, прям как новая. И в ней на ММА построен маршрут. Посадили на водительское кресло. Как же мы поедем? Двинул пальцем еле-еле. Говорят, все огонь, и на разгон есть место. Тачку запустили и закрыли двери. Мотор ревет, и скоро.
скорость набирается быстро, газовый ход на искры, я лечу вперед. Руки на руле, но, сука, не работают кисти, еду прямо как выстрел, впереди бетон. Мотор ревет, и скорость набирается быстро, газовый ход на искры, я лечу вперед. Руки на руле, но, сука, не работают кисти, и наводят на мысли, что я лишь маленький. Это вполне мог быть программный сбой, который возникает от каких-то триггеров. То есть, если по-нашему, по-простому, то хер его знает. Да. Начинаю дышать, что это новое. Тело ломит, но еще не хочет слушаться. Не нашли косяк пока что в моей голове. Все, кто доктор, снова лечит то, что рушится. У меня последний шанс все закончить. Это не финал, нет, хоть и опять стена напротив. В этот раз должно все вырасти точно. Нужно время, но часы летят, отсыпаюсь в одиночке. На старт, последние приготовления. Толпы ждущих мест его застыли в ожидании. Им хочется увидеть бумы поскорее. Ведь дома дети и жена ждет на постели в спальне. Со стеклянными глазами и руками на руле. Мне показалось, или смог одну забыть в локте. Не уверен, но походу что-то забилось в груди. Ну что, друг, раз, два, три. Мотор ревет, и скорость набирается быстро. Газовый ход на искры, я лечу вперед. Руки на руле, но, сука, не работают кисти. Еду прямо как выстрел, впереди бетон. Тут поддался, руль кручу до упора влево. Вынесла из трассы, куда не знаю, но поехал. Люди в замешательстве, блять, как он это сделал? Ведь для них на пахле дань кобыл. Манекен для краш-теста. Я лишь манекен. Слушав треки, понял, что твой стиль совсем не тополь. То, что будет греть, как третий пазла. Заданька есть, грешок, рифмы, что часто послабже. Пусть за мной должок будет, зато всегда делал посабжу. А ты опять накинешь образ надменного пажа. Набор абстракций, выдавая за искусство массам. Не надо объяснять это особо никому, что Джили делает хуйню. Пример вам и Мгрант, и Атлас. Есть поговорка, рано или поздно каждый рэпер станет Джили. Значит, депрессовым никому не нужным, выступающим против попсовых, растерявшим слушателей после батла, а тебе опять забудут тут же. А я как маленький серенький пони, конечно, боли не пахал и не катал детишек, но и у меня корона есть в запасе номер, меня бросают умирать, а я смотри-ка, выжил.